Расскажите, поделитесь, как прошла сегодняшняя ваша игра? Ой, честно сказать, игра была очень интересная. Я думаю, все зрители довольны. Наша команда как бы довольна ничьей. Для меня это лично дебют Лиги А, поэтому настраивался очень серьезно. Команда тоже настрой был боевой, хотя нас было, да, не так много, как футболистов, как у команды соперника. Но я думаю, по результату мы дали бой. А чему вы задоволены ничьей? Потому что команда, наша команда позиционируется больше как команда с большого футбола, а Скидка – это более команда по футзалу. Поэтому для нас это как бы приемлемый результат, но футбольный клуб Легия никогда не играет на третье, на второе место. Для нас приоритет всегда чемпионство. Это приятно чути, дякую. Спасибо большое.